Всем привет. Смотрите, в руке у меня номера от этого автомобиля. 40 лет в одних руках. Я купил его по генеральной доверенности и переоформлять его не собираюсь, потому что до самого последнего хочу ездить на советских номерах, потому что сейчас это уже огромный эксклюзив. Сейчас мы идем в камеру. Буквально спустя 3 минуты у нас номер выглядит уже как заводской. Сейчас мы его сверху покроем матовым лаком. Ну вот, собственно, все. Сегодня утро. Номер готов. Это у нас полиуретановая краска, а сверху покрыто матовым лаком. Номер выглядит вообще четко, как завод. Слушайте, ну вот сегодня наступило утро. Номер после покраски уже полностью весь высох. Скажу так, с течением времени понимание красоты меняется. Изначально, когда я купил автомобиль, я сразу же сделал белую каемочку. Якобы это красиво, блестящие глянцевые номера. В общем, номера по ГОСТу, как говорится, да.